«Белая тетрадь. Откровенно». Пьеса интригует не только названием. Буквально с первых минут действия меланхоличная музыка, легкий полумрак декораций под стать осенним краскам, как эмоциональная привязка к октябрьским дням, завораживает зрителя, призывает раскрыть тайны пьесы, которых тут действительно немало. Впрочем, как и в самой музе пьесы Белли Ахмадулиной. Название насколько особенное, настолько же, в принципе, и очень простое. Да? «Белая тетрадь», мы пишем с двумя буквами «Л», потому что «Белла» есть «Белла», то есть это тетрадь Беллы, да, ну, то есть и она белая, то есть чистая. И «откровенно», такое через троеточие, это «откровенно». Мы пытаемся в этом спектакле быть откровенными. Белла Ахмадулина откровенна была всегда в своих произведениях, прям предельно откровенна, можно даже сказать, до какой-то болезненности. Малая форма как слоган пьесы. Часовое действие развернется на сцене малого зала всего с двумя актерами в непосредственном контакте со зрителем. Исполнительница женской роли Ольга Салова-Чекан, сама автор пьесы. Неизменная поклонница творчества одной из крупнейших лирических поэтесс второй половины 20 века. Свое увлечение старается передать зрителям. И это у нее получается. Я много читаю Ахмадулин. И так мне она любопытна, интересна, я ее разгадываю, и очень многое не могу разгадать до сих пор. Хочется поделиться со зрителем, с нашим современным зрителем, той поэзией, которой были заражены когда-то люди в 60-е годы. Поэтому мне очень хочется хотелось совместить слово и видеокартинку. Тема пьесы «Стара как мир. Любовь и ее разновидности во всех вариациях». Ставка в пьесе на один из человеческих факторов – посопереживать самим себе, узнать в сюжетной линии свою ситуацию. Впрочем, говорит режиссер, вопрос, о чем пьеса, каждый решит сам для себя после просмотра. Про что мы обычно молчим? Да? Вот, здесь мы говорим, кричим шепотом, кричим душой, иногда... А артисты покрикивают, когда невозможно, конечно же, уже сдержать свои эмоции. Но, конечно, о том, что у нас внутри, что мы, в принципе, прячем. Потому что в любом случае это должно давать выход, это должно давать выхлоп, как у артистов, точно так же. Надеюсь, отклик какой-то найдется и у зрителей, и произойдет точно такой же какой-то катарсисный общий выхлоп каких-то эмоций. Эмоции, а точнее эмоциональный контакт зрителей и актеров. То, что будет происходить на протяжении всей пьесы, уверен автор. Одно условие для продуктивного просмотра – нужно просто открыться. Уникальная возможность познакомиться с творчеством Беллы Ахмадулиной и разгадать ее загадку через театральную постановку «Белая тетрадь. Откровенно» зрителям представится уже в эту пятницу, 20 октября в 18:00 в Малом зале. Не пропустите театральное событие этой осени.